Они несут огромную ответственность за весь народ и страну, днем и ночью стоят на страже Родины, охраняя ее границы. Мужество, отвага и верность – черты настоящего солдата. Профессия защитника Родины – одна из самых трудных, но вместе с тем одна из самых почетных. Профессия офицера – это сама по себе уже подразумевает мужественность, веру в свою отчизну, потому что, не имея этих качеств, просто не сможешь защищать свое государство, свой народ, свою республику. А получить ее можно в одном из самых престижных вузов страны – Военной академии Республики Беларусь. Чтобы рассказать о том, как стать ее курсантом, о преимуществах и предоставляемых льготах при обучении в учреждении образования и, конечно же, о важности и престиже профессии защитника Родины, к старшеклассникам из Бреста приехали представители столичного вуза. Профессия офицер является престижной профессией на самом деле. Ну и это влечет за собой определенные льготы. Курсант является на полном обеспечении государственном. То есть с 1 по 4 курс он полностью обеспечен как материально, так и формой одежды, питанием, денежным удовольствием, полностью за государственный счет в течение 4 лет. И в дальнейшем в ходе службы офицеры имеют льготы, это на строительство жилья. Данное мероприятие было инициировано Военной академией Республики Беларусь совместно с органами управления образованием города Бреста. Присутствует здесь более 300 ребят всего города. В основном это классы военно-патриотической направленности, таможенные классы, классы МЧС. Безусловно, сегодня очень активно ведется профориентационная работа. Она очень многогранна и имеет разные аспекты, как защищать Родину, как готовиться к защите Родины. Естественно, рассказы о высших учебных заведениях Республики Беларусь, которые готовят специалистов в интересах Вооруженных сил Республики Беларусь, органов пограничной службы Республики Беларусь и так далее. Старшеклассники совсем скоро станут перед выбором профессии. И такие мероприятия могут дать максимум информации для того, чтобы определиться. Я считаю, данная профессия будет всегда востребована, потому что, во-первых, нужно защищать Родину. Это как способ развития, движения по карьерной лестнице для кого-то и также для мужчин. Данная специальность – это признак мужества, ответственности и любви к родине. Многим людям это поможет определиться с выбором, опять-таки, профессии. Плюс, может, они поменяют свое направление, свои желания, потому что было все очень интересно. Я учусь в 35-й школе в военно-патриотическом детском классе. Такие мероприятия часто у нас проводятся. Сегодня не исключение. Довольно интересно рассказывали. Можно сказать, заинтересовали. Результат такой профориентационной работы очевиден, ведь порядка 30% курсантов Военной академии Республики Беларусь являются выходцами из Брестской области. Это доказывает, что в подобных мероприятиях заинтересованы обе стороны. И значит, подобные встречи будут продолжены.